Всем добрый день суток, гуляем. Я сейчас поеду делать новый тент в Подольский район, ну, туда Львовский, туда в ту сторону, на бетонку. Нашел контору Никанора, ну, пришел кирдык тенту, сверху вообще хрустит все. Заказал в экспедиции. Откуда сам прицеп, и они мне прислали не то пальто, а здесь уже хрустит все, маленькую-маленькую дырочку. Не знаю, отослал им обратно, должны вернуть мне деньги и этот компенсировать. Посмотрим, как эта контора. Вроде конторы-то серьезные, давнишние. Не думаю, что они будут опрокидывать. Нет, сниму весь процесс переписки и все остальное. Буду прославлять их тогда. Они не хотели мне ничего не возвращать. Якобы мучаетесь сами. А то, что они не выпускают уже такие тенты, а прислали мне на другую прицеп, это никто не, сам, ничего вообще не объяснил. То есть я им скидываю ВИН, табличку, он говорит, да, вот такой тент. Присылает, я говорю, а вы мне прислали не тот. А мы такие уже не делаем. Ну и в итоге я говорю, я пока на электронную почту не написал, говорю, я тогда вас буду пиарить по всем площадкам ее интернета. Ну и сразу человек, менеджер какой-то позвонил мне. Давайте выйдем из положения. Никто славу повидать не хочет. СМИ – великое дело. А так бы все. Я уже думал его на Авито выставлять. Но извините меня, все-таки 13 тысяч рублей. Тоже деньги. Для меня каждая копейка дорога. И я любой суммы дорожу. А так нифига. Так бы я сейчас бы с ним мучился. И новый тент, непонятно на какой прицеп. Я бы продавал бы его. Ну, согласились. Спасибо публике этой. Это как его каналом. Что были созданы. Есть, говорю, плюс. Так, разморозилось почти. Три. Да. Давайте, я поехал. Все, сейчас закрою. Пойдем. Вот, на, нюхай. Только брать нельзя. Брать только нельзя. Блин, койор уже полетел. Давай по местам. Ох, ух, быстрее. Ох, штанина. Так, сестры зашли друг друга в гости. Бел, все, успокойся. Так что вот так вот, не знаю. А так тент стоит 13 тысяч, там 11 900 плюс доставка 1130, 1133. Ну, 13 тысяч, грубо говоря. Вот, и все, вы сейчас мне вот эти штучки все поедите без варки. Они уже разморозились, я могу их разбирать. Ты плохо ешь, не загуляешь ты. Только вкусняшки. Катька плавает. Да. Вернее, ходит. Вода чистая у нее. Все, и ночью поменял. Да. Вот такие дела. Поэтому приберу, чтоб птицы нет, а то сейчас тут будет зоопарк. А так выйдет мне двойная цена с лишним. Двойная цена. Плюс шнуры, там всякая фигня. Нормально, дорога, не дорога. Вместо 13 тысяч выйдет от 30 до 40.
Вот так вот. Приеду, морозилку все уберу. Так, у меня все, в принципе, прибрано, лодку не убираю. Надо заклеить. Так. Все отлично. Все, я поехал. Ну вот, приехал уже на писаремонт ТНТ. На туда дальше. Так. Ну-ка немножко. Какая пробка. О, какая пробка. До конца маршрута 100 метров. Контора. Новые грузовики. Китая мать. По прямой зеленый контейнер. Охренеть. Вы приехали. Да. Машинка. Да. Как тебе? Нормально вроде. Пойдет. Пойдет. Не очень эстетично. Что-то не пойму, коротковато, что ли. Что, помочь, нет? Давай чуть-чуть. Давай. Опа. Сюда, в туру. Шмякнем. Шмякнем. Опа. Да. Консультироваться по поводу рыбалки, или у тебя там своих консультантов? Блин? Да хватает, но все равно. Записывай. Снимаю. Там не мешает ничего, это мои. Нормально, то я там до конца не убрал. Ага, вы звоните мне. Я звоню? Да, вот скинул. Угу, набрался, хорошо. Наверное, случайно. Все, да, да. Прибежусь. Что там? Прибежусь, приеду. Да. Ну, человека еще пригласил для команды в этот на охоту на лось. У них 2-3 человека точно есть. Бывает и больше. Карабин Рорсер. Какой-то Рорсер русский. 308. Там же также будет это усиление, да, на балке эти? Так, у меня усиление все. Как у меня он, значит, да, серый. Да, и по шторам тоже усиление. Все, там видишь? Угу. Давай, правую. А ты же помнишь, который будет? Да, вроде где-то.
Сейчас я один угол сразу. Ремешок простегну чуть. Даже с этими лентами интереснее смотрится. Да, задние. Более это поаккуратнее. Да, да, аккуратнее. И в одну веревку тогда у меня все будет, правильно? Да. Вообще классно вот это вот. Че экспедиция сразу не стала делать? Вот? Я говорю, у нас редко кто и то, если сам я клиент устал. Хочет, мы не, делаем. Не, слава богу. Нет. Здесь как, сейчас делить тогда? Не, делить, он в один шнур все до конца. Один и назад отдельно один маленький. Не. Он так... был отдельно у вас? Да, я знаю, но сделаем один, и он закончится здесь. То есть отсюда начинаем, и низ он тоже пройдет здесь и закончится вот здесь. Правильно? А в один шнур зачем два? Нет, просто вам, если, допустим, каждую сторону расчехлять, если вы будете, то у вас шнурок будет мешать открывать, закидывать горку. Слабо. Поэтому обычно том, на то, что... каждое расчехление вы отдельно делаете кусочек. Допустим, если вам хотите вот этот клапан, да, допустим, только ручку, вам придется все вот это вот снимать. А если, допустим, так, вы просто говорим. Весь экспандер. То есть предлагаете в три? А? В три штуки? Ой, то есть в два. Получается, раз, два, ну, хотя бы три, два. Четыре штуки. Вообще, по идее, это надо. Четыре куска. Если прям, чтобы все расчехлялось, по отдельно. Не, мне не надо, давайте в один сделаем и все. Если что, лучше все сниму и его подниму. Все равно я квадрик загоняю, я полностью его снимаю, ну, поднимаю наверх. Мне по-другому никак его не... Да, в принципе, если вы темп прям поднимаете... Да, я задираю на углы, мне и грузиться удобно, угу. С любого бока зайти. И тогда вам просто на жопе зацепим, или здесь на углу делать. Просто мы лучше жопу в середине, чтобы он в центре крючками не работал. Но... Да, ну сейчас как лучше скажете, я тогда так и буду делать. Как направите. Мне чем удобнее, тем лучше. Под ручку ее. Ладно, под ручку поставь. Туда, под ручку. Thank you.
сейчас. Уже дома, сейчас дам по вкусняшке, а то они сейчас весь ящик у меня съедят. Перчик не забыть лежит. Так, свет тушим. Потягушки. Что ее красоте? А? Как дела? Что? Двор-терьер. Двор терьеров. Целый двор. А что, у нас тут нет никого? Это меня просто нет. Сейчас я на кнопку нажму. Пусть часть закрывается. Вот территория позволяет нам крутануться, да? Морды. Вот. Что такое? Ты чё? Хотел ты утром сегодня со мной ехать. Давайте, пойте свои рассказы. А? Так, кустарник, кустище. О, кто на что гораст? Ну, подъел еще. Обещаю, завтра будете есть натуралку. Ой, тарать! Чё ты орёшь? Чё орёшь? И всё, по кустам. А крыс гоняет. Появилась крыса. Гоняет крыса. Ну всё. Обновил. Год гарантия на швы. 6-8 лет гарантия. Ну, они гарантию не дают, а срок годности. Ну, в зависимости, как эксплуатировать. То есть это... То тент выдержит вот этот ПВХ. Ну, а где мячик-то? Ой! Все. Идите, дам вам сейчас по вкусняшке. И отвалите от меня пока. Дайте хоть еще дом разбирать весь. Путешествие по миру. Да. О, вот они. Фу. Вон они. Как быстро-то. Еще не успел разморозиться, еще ледяной. На. Ух ты. Мы их сейчас все обмоем. Ух, они стараются. Ну. Бел, это кто там не взял-то? Белкуня! Тут мало их осталось. Это кошмар какой-то. У вас шустрые какие. Тепло на улице. Еще ледяное, холодное, а уже... Бел, ты где застрял-то? Все грызут, грызи. Сейчас я буду убирать морозилку на улице. О, строчит. Вот так вот. Ладно, буду еще. Ой, какой хребтина. Ты не ешь ни толком. Че, Бел, ты заелась, да? Бывает. Ладно, все. Всем пока. Все. У меня прицеп с обновлением. Давно надо было это сделать. И удобство сзади сделано. Все, теперь у меня веревок меньше. Все, облагородили. По две, значит, по две. На. Ковер бежит. Побольше тебе. Держи. Иди отсюда. Мухи какие наглые. Сейчас мы все уберем. Я думал, еще ледяной было с утра, еле отковыривал. Думал, съездил, но как раз будет охлажденка. Они на охлажденку прям уже прилетели. Гады. Все.
Yeah.